Минздрав больше не публикует суточную статистику по коронавирусу. Данные будут обновляться раз в месяц. Это связано со стабилизацией обстановки. По прогнозам специалистов, к осени ситуация с COVID-19 может измениться кардинально. Заболеваемость будет регистрироваться как ОРВИ и грипп. Сегодня в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах ожидаются грозы, местами град. Возможны сильные дожди и усиление ветра до 24 метров в секунду. Столбик термометра максимально поднимется до плюс 29 градусов. В Бобруйске судебные эксперты установили подозреваемого в краже по отпечатку руки. Местная жительница заявила о пропаже кошелька с валютой и украшениями из рабочего офиса. Правоохранители задержали мужчину, который во время собеседования присвоил чужое имущество. В Бобруйске 13 мая объявлен день трезвости. Запрет на продажу алкоголя будет действовать в течение 24 часов. Исключение – розничная торговля в объектах общественного питания в Розлив. Традиционная акция направлена на пропаганду здорового образа жизни и профилактику пьянства. В Бобруйске проходит международный фестиваль поддержки семьи, материнства и детства. Продлится он до 14 мая. Среди почетных гостей – митрополит Минский Изяславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси. С программой форума можно ознакомиться на сайте Bobr.life.